нельзя? Ну, нет, нет, у меня есть такая крупная мечта, но я о ней стараюсь никому не говорить, потому что, ну, если даже друзьям рассказываешь, самым близким, то, ну, я заметил, что не сбывается, поэтому я свою такую самую крупную мечту приподдержу. Как вы отдыхаете? Да. Да. Ну, я еще люблю иногда в караоке сходить там, попеть и выпить, выпить, попеть. Мы вот недавно ходили вместе и уснули. Сначала я, потом он. Нас потом выводили оттуда, да. Сначала женщина, потом мужчина. Вот я считаю, что так вот нужно отдыхать, да. Ну нет, так не надо отдыхать. А чтобы так чинно, важно себе сидеть на кухне, чаек попивать. Я так не люблю, я люблю, чтобы мне рассказывали. Что такое любовь? Любовь. Любовь — это когда два человека доверяют друг другу и живут вместе. Нет, любовь-то не обязательно вместе жить. То есть ты хочешь сказать, что когда два человека живут вместе, они уже не любят друг друга? Нет, ну если любовь такая, ну, невзаимная, ну как болезнь, то это не любовь. Но с другой стороны, это любовь тоже. Правильно?